Чувашии завершился чемпионат России по женской вольной борьбе. Новочебоксарская школа Олимпийского резерва номер 3 приняла спортсменок из 22 регионов страны. На торжественном открытии Михаил Игнатьев поздравил всех участников с началом соревнования. Также отметил, что в этом году в Чувашии было проведено 18 различных соревнований российского уровня, в том числе и по вольной борьбе. Вольная борьба – это спорт самых сильных духом и делом людей, самых храбрых и упорных и энергичных людей. Они зажигают друг друга. Они формируются как сильные личности. К сожалению, на чемпионате России спортсменкам из Чувашии не удалось войти в число призеров. А значит, что женская команда страны по вольной борьбе отправится на чемпионат мира в Ташкент без представительниц нашей республики.